Не расслышал, что вы сказали? Слава Украине! Да, спасибо за Крым. Так надо отвечать, правильно? Нет. А как? Не так. А как? Так. А как надо? Загуглите. Ну, а вы мне можете сказать? Или вы не знаете, знаете сами? Вы же знаете? Нет, я не знаю. Как вот мне сказали, я так и отвечаю. А вы после этого... Вы после этого должны поклониться и сказать «дякую, дякую» три раза. Именно удариться о пол, да? Лбом. Ну, бахнуться на колени и три раза удариться лбом. И каждый раз сказать «дякую, дякую». Потом протянуть руку, а я пошарю в кармане, и если найду мелочь, я должен вам так насыпать мелочи так. Именно как перед ляхами делали, да? Вот так вот. Насыпать. Именно как именно перед ляхами делали, да? Перед ляхами, да. Так. Дякую, дякую. Поясница крепкая была такая, знаете. Крепкая. Они все было накачанная поясница постоянно. Дякую, дякую. И так за повозкой ляхов. За повозкой ляхов бежали, и ноги были крепкие, крепкие. Короче, сплошной ЗОЖ был. ЗОЖ. Смотрите, вам сколько нужно? Сколько вам нужно времени по нескольким общаете с жителем Украины или жителем России? Мне? А я не знаю, я тупой. Я людям, смысле, знаете, доверяю. Я спрашиваю, говорю, вы откуда? А, в смысле, вы не пытаетесь анализировать, да? Не, рулетки, знаете, такое. То бишь не пытаетесь, да? Не, я не парюсь по этому поводу. Я спрашиваю людей, они мне говорят, откуда. Вот вы откуда? Каменск-Уральский, Свердловская область. Вот видите, Свердловская область, а я город Тверь. Значит, получается, мы оба из России, правильно? Ну, да, ну, то бишь, у нас общение-то не с этого началось. А с чего? Ну, вот именно там. Именно в Украине. Ну, я не знаю. Вы знаете, я ж не знаю, как у вас там в Свердловской области принято. Нет, вы, как бы это была провокация. Смотрите, я к чему? Мне, я задал вопрос. Мне хватает 5-10 секунд понять, с кем я общаюсь. Серьезно? Я имею в виду, ну, вы если, уверены? Конечно, не... Вы уверены сейчас? Ну, на 95%. 5. Вот мы с вами 2.40 уже разговариваем, и вы так и не разобрались. А потом таки делаете заявление о том, что мне хватает 5-30 секунд. Разобрался в чем? Ну, вы же сказали, мне хватает 5-30 секунд разобраться, с кем я общаюсь. Да. Ну. Я говорю, вот тут уже 3 минуты, и вы не разобрались еще. А то бишь вы откуда? Я из Твери. Отлично. Отлично. А что вы так задумались? Нет, просто. Что, думали, знаете, что? Какое алкогольное опьянение дает о себе знать? Реакции все-таки заторможены немножко. Приторможены. Тронул. Заторможены, либо приторможены. Чуть-чуть, я вас чуть-чуть тронул, знаете, так. Чтобы вы пободрее себя чувствовали. Чтобы вы себя пободрее чувствовали там. Никоим образом. Ладно, давайте вам здоровья, удачи. Вам здоровья. Ребятки, а вы кого ищете для общения? Вот таких, которые как заходили. А, до этого, да? Да. Ну, вам здоровья. Вам здоровья. Пока-пока. Тролли с Свердловской области. Потроллили меня немного. Хулиганы. Охерительно вы говорите, чтобы я не переключился. Я вам задал вопрос, а вы мне на мой же вопрос... Ну, я с России. Ну, и я с России. Ну, очень приятно. Потом говорите, чтобы я не переключался. Вы меня уже общаетесь? Начинаете немножко раздражать вашим поведением. А что я сделал плохо? Я спросил, вы откуда? А в ответ, что я услышал? Вместо внятного ответа я услышал, зависает, а вы интернет, откуда? Интернет зависает, понимаете? Да. Просто запоздно получаю информацию. Ну, может быть. Ладно, прощу на первый раз. Но смотрите, не повторяйте такой ошибки второй раз. Иначе я безжалостно скипну вас, и все, и останетесь один здесь сидеть. На фоне вон березок своих. Ну, это обои. Просто обои. Я знаю, что это обои.
Я что, не понимаю, что это обои? Что вы думаете, я поверил, что это настоящие березы? Что ж вы издеваетесь? Что вы меня надо мной издеваете, что? Ну, я нормально разговариваю с вами. Немножко так. Ну что, как у вас дела? О чем общаетесь? Я искал вас, поэтому теперь дела у меня хорошо. Ах, вы меня искали. Конечно, и вы меня искал нашли. Такого позитивного россиянина на фоне берез. Ну, спасибо. Который мне пьет березовый приятно. Сок и плачет. Угу. И играет на балалайке. У него еще такая ушанка и в валенке, и в телогрейке. Ты сейчас за ушанкой скажу, еще возьму ушанку. Я знаю, что она у вас есть, не надо. Я просто как бы обрисовал весь ваш гардероб. Ну, а ваш гардероб какой? Точно такой же, тоже там в чулане лежит. Все то же самое. Только единственное, в отличие от вас, я не умею играть на балалайке. Ну, это плохо. Ну, ничего, время научит. Время научит. Я с вами полностью согласен. Еще, кстати, будет стимул развиваться. Ну да, 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 да. Ну, всю жизнь живи, всю жизнь учись. Умный человек говорит. Я вас прислушаюсь. Я, кстати, еще и дальше пойду, кроме балалайки играть. Медведица ведется. Может, я еще могу это самое еще станцевать. А я уже думал, медведица ведете. Да вы что, я боюсь животных. Вообще, ну а если он меня укусит, я чувствительный к боли, вы понимаете? Не знаю. Старый человек, я вас умоляю. Не знаю, какой русский боится медведя, что это ж наш символ. Вы что? Медведи наши друзья, наш символ. Это ваш символ, да. А я думал, уже вышиванку вам надо давать. Мне вышиванку? Ну да. Ну что ты, ягозил, и потом что, чувствуешь, не туда сторону стрелял? Ну что-то похоже, блин. Ну так иногда бывает. Ну похоже нарвался на такого же самого, как я. Да? Не, я не такой, как ты. Нет, я только учусь. Ты-то профи. Ну куда ж мне с вами тягаться. Возраст. Мне что, просто учиться. Просто ученичком. Я не фокусник, я просто учусь. Ладно, давай перед тем, как мы попрощаемся, давай. Я тебе расскажу. Я из Твери, а ты откуда? А сейчас в Германии, но я русский. Ну, ты русский. Ну, да. Ну, давай, удачи тебе там. Здоровья тебе, близким. Счастья, удачи, все. Ладненько. Я понял, у нас как-то похожие были. Давай. Пока-пока. Ну, да не, приколисты. Ну, поднял мне немножко настроение ночью. Красавчик.